Добрый день. А это мое рабочее место. После того, как я приехал в США, у меня возникло много свободного времени, и я наконец-то решил вспомнить, чему учился долгое время в студии. У меня был долгий спор с моим учителем Серегой Сырми. Он сейчас в Коктебеле, ему привет передаю. По поводу того, что никогда не поздно иметь счастливое детство. Первым делом, когда я приехал в США, я пошел в магазин для художественных принадлежностей. И обнаружил здесь огромный выбор любых материалов для любого вида творчества. Недолго думая, я купил холст, краски. Я очень долго не брал красок, потому что в Москве катастрофически не хватает свободного времени. И, как и обещал своей жене, к рождению ребенка нарисовал картину. Заготовки у меня уже были сделаны. Это наше любимое место на Азове. Арбатская коса, куда мы с женой неоднократно приезжали. На 50 километров в одну сторону и 50 километров в другую сторону практически нет народа. По крайней мере, там, где мы стояли, в видимой дальности до горизонта людей точно не было. И мы на неделю были предоставлены сами себе, полная тишина, покой и уединение. Я сделал несколько набросков, заготовок, и сейчас смог приступить к картине и ее закончил. Вообще, это первая картина из «Приключения красного чемодана». Кроме этой картины, у меня есть задумки сделать всю серию. Чемодан будет путешествовать по всему миру. Чемодан поедет в Венецию, поездит по Италии, потом окажется в Лондоне и в других странах. Love, peace, tolerance.